Скоро лето, а следовательно, все начинают переживать по поводу своей фигуры. Потому что именно к лету мы все вспоминаем, что у нас есть тело, оно должно как-то красиво выглядеть, и надо что-то с этим делать. И существует прямо такая идея фикс, к лету обязательно похудеть, потом дальше происходит, набираем, как медведь, значит, для того, чтобы прожить зиму, и потом снова пытаемся похудеть. И мое предложение к вам все-таки подойти к этому вопросу более системно. И если у вас действительно сейчас есть внутреннее такое беспокойство, что нужно привести себя физически в порядок и избавиться от лишних килограммов, я предлагаю сделать это не на лето, а на всю жизнь и научиться правильному питанию, научиться правильному пищевому поведению, в результате которого вы будете получать удовольствие от еды, не ограничивая себя. И это возможно. Мы провели этот эксперимент уже с 2000 человек на нашем марафоне о похудении. Поэтому решил стартовать сейчас с этим марафоном и жду вас. Давайте приведем себя в порядок, но начнем с головы и получим нужный результат во всех остальных областях.